Циркачи, акробаты, гимнасты, певцы, танцоры и библиотекари. Шествие, в котором приняли участие исключительно таланты, было шумным и ярким. Хотя для некоторых участников их одаренность стала сюрпризом, а для кого-то практически рутиной. Парад талантов. Вот мы идем. Вы талантливые, ребят. Я сегодня узнал, что я талант. Ну, это просто вот человек в костюме дракона получается. Вот такой вот символ. Удивляли участники не только костюмами и кричалками. На площади Ленина в ответ на приветствие первых лиц таланты давали целые представления. Сим повелеваю городу быть. В России год культуры – Благовещенский культурный парад. Поэтому шествие было таким творческим. Хотя и немногочисленным, не более 1500 человек. Колонна успела пройти дистанцию всего за полчаса. И многим зрителям не хватило грандиозности. Было интереснее, когда шли все-таки коллективы города. И эти шествия были более длительные, более красочные. Очень бы хотелось повторения. Так полюбившегося общегородского шествия ждать осталось недолго. Большой парад пройдет всего через 2 года, когда наш город будет праздновать юбилей – 160-летие. Самым активным можно уже начинать готовиться. Ольга Туманис, Михаил Величкин, программа «Город».